Ладно, если вы больше не хотите слушать про глобальную матрицу, в которой мы все живем, частью которой, кстати, тоже являются женщины, то давайте снова про баб. Мне тут в комментариях люди постоянно пишут, что секс мужчине нужен больше, чем женщине, несмотря на все аргументы, доказывающие обратное, которые я им приводил. И мне кажется, что так рассуждают в основном теоретики, которые не имеют своего собственного достаточного опыта общения с женщинами. На самом деле женщина готова спариваться с кем угодно и когда угодно, потому что размножение и рождение детей – это ее единственная жизненная функция и смысл всей ее жизни. Но как уже не один раз говорил, я никогда ничего не утверждаю в том случае, если не могу подтвердить свои слова какими-то наглядными аргументами. И поэтому в конце этого ролика я прикреплю одно небольшое видео. А вы сами скажите, можете ли вы себе представить, чтобы на месте женщины, которая заигрывает с обезьяной, мог оказаться мужчина?